Вопреки ожиданиям, в зале не только бравые мужчины. В Одинцовском военкомате работают и хрупкие девушки. Но задачи у них общие, и справляются они с ними успешно. Задание на осенний призыв было выполнено, и весенний тоже идет по плану. В тесном взаимодействии с администрацией Одинцовского городского округа и непосредственно лично с главой Одинцовского городского округа Ивановым Андреем Робертовичем выполняем задания по набору граждан на военную службу по контракту, которые уходят выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. В 2022 году в Одинцовском военкомате произошла цифровая трансформация. Многие услуги стали электронными. Тогда это был эксперимент, который признали удачным. Опыт решили распространить и на другие военкоматы региона. На вас колоссальная ответственность, особенно в тот период, когда страна, Россия защищает свои интересы на поле боя, защищает свою суверенную политику. Церемония награждения – возможность сделать небольшой перерыв. Работы сейчас у сотрудников военкомата много. В разгаре весенняя призывная кампания. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».